Всем здорово, братва! В этом видео вы сможете зарабатывать на пассиве с помощью очень популярного проекта, который выплачивает в течение этого месяца 320 баксов. Единственное, что в этом проекте вам понадобится пройти верификацию KYC, то есть вам понадобится паспорт. У меня лично у самого паспорта нету, и поэтому я использовал паспорт своей мамы. Ну а также говорят, что там прокатывают левые сканы и документы, то есть можно взять с интернета этот скан паспорта. В общем, в этом видео мы расскажем вам об этом способе, и на самом деле способ очень даже простой. Давайте уже запускаться, погнали! Заработок у нас будет с помощью проекта под названием AssetStream. Что касается регистрации, нам нужно ввести имя, фамилию, адрес электронной почты, пароль, повторяем пароль и выбираем нашу страну. После этого выполняем капчу и создаем наш аккаунт. Сейчас я эти все поля заполню и вместе с вами начну шагать дальше. Также обязательно вводите все данные с вашего паспорта, то есть чтобы все данные соответствовали. Вот как видите, сообщение отправлено на наш email, и там мы должны пройти активацию. Сейчас я перейду и активирую мой аккаунт. Жму кнопку Activate Your Account и здесь уже вхожу. И мы уже попали в наш личный кабинет. Не обращайте на всю эту страницу, так как я смотрел и другие обзоры. Все люди говорят, что нам здесь нужна всего лишь одна кнопка. То есть это претендовать на наши 8000 токенов. И здесь у нас вот эта компания есть. Давайте лучше отключим переводчик. Одна монета равняется почти 4 центам. То есть смотрите, сейчас мы берем калькулятор, берем вот эту сумму 0037, умножаем на 2000 токенов, и это равняется 74 долларам. То есть это всего лишь за депозит. А так как мы пройдем вот эти все этапы, мы пройдем верификацию, мы сделаем это все, мы получим 8000 токенов. Итого равняется почти 300 баксов. И при этом это реальная прибыль. Так что смотрим это видео внимательно и действуем как на видео. Жмем эту кнопку Join Campaign. Мы уже получили 2000 токенов просто за то, что мы здесь зарегистрировались. Давайте на всякий случай переведем, что здесь написано. Мы должны начать инвестировать. Что нам для этого нужно сделать? Мы попали на вот эту страницу и жмем кнопку Invest Project. Далее мы жмем сюда, чтобы инвестировать на неделю. Нам здесь требуется согласиться с условиями. Опускаемся вниз и жмем на эту галочку. И далее выбираем наш криптовалютный кошелек. Я выберу кошелек Bitcoin. Никаких инвестиций данный проект не требует. Вам потребуется всего лишь инвестировать те монетки, которые вам дадут за то, что вы здесь зарегистрировались. В вайтлисте мы добавляем наш кошелек. Абсолютно любой кошелек, на который вы сможете получить выплату. Жму кнопку Next, и далее у нас выскакивают вот такие числа. Что мы должны с ними сделать? Мы должны сделать скриншот и обязательно сохранить эти числа куда-нибудь. Далее нажать сюда галочку и жмем кнопку Next. Как видите, у нас появляются вот такие поля белые, и мы должны ввести в этих полях текст, который там находился. То есть, к примеру, первое это гитара, ввожу на английском. Единственное, что вам придется считать эти все места, потому что данная схема не соответствует этой, то есть здесь она уже немного по другой структуре, и вам понадобится считать, чтобы в правильном окошке оказалось. Жмем кнопку Confirm, мой кошелек создан, и сейчас переходим обратно в Claim Euro 8000 AST. Жмем кнопку Invest Project, нам требуется верифицироваться, и для этого нам понадобится загрузить наш документ, то есть паспорт, фотографию нашего лица с паспортом. Чтобы загрузить документ, нам требуется заполнить эти все поля, а также загрузить саму картинку нашего документа. Все это довольно быстро проверяется, так что сейчас я это все заполню и надеюсь, что каждый с этим справится. Даже если вы школьник, то вы сможете у мамы попросить документ. Не беспокойтесь, проект надежный, никаких махинаций данная компания не будет делать. Только что я загрузил паспорт, давайте переведем, что нам написали. Ваш документ, удостоверяющий личность, был отправлен. Обычно процесс проверки будет выполнен в течение 24 часов. Так, окей, жмем Next. Также у нас есть верификация, где требуется лицо вместе с паспортом. Я его также загрузил только что. Выбираете фотографию и жмете кнопку Submit. Все, наше фото также отправлено и будет проверено в течение дня. Очень просто здесь оказывается верифицироваться. Как видите, здесь мы буквально минуту потратили и все смогли сделать. Сейчас переходим обратно на вот эту страницу, где у нас вознаграждение. Во всех случаях именно используйте вот эту кнопку, чтобы не перейти куда-нибудь и не запутаться. А, да, кстати, компания закончится через 29 дней. Наконец-то мы узнали, сколько будет действовать данная акция.
Что касается верификации, она у нас обрабатывается, и скоро у нас все будет окей. Как вы поняли, эти 8000 токенов выдают в течение этого месяца, а после этого мы сможем здесь зарабатывать на процентах сколько захотим и абсолютно без вложений. Будем получать до 4% от этого депозита на 300 баксов. И то есть у нас за месяц будет неплохая сумма в долларах выходить абсолютно на пассиве, и мы сможем выводить на криптовалюту. Итак, в итоге прошло примерно 10 минут, и мою KYC верификацию подтвердили. А это значит, что мы уже полностью подтвердились и можем создать свой депозит. Переходим претендовать на наши 8000 токенов и жмем кнопку Invest Project. 7 дней, и вот у нас есть сумма 2000 AST. Вводим ее сюда. Тут показан срок. Сегодня у меня 4 августа. Депозит закроется 11 августа. Что мы за это получим? Обратно 2000 токенов, а также 380 данных токенов. А пока сделаем депозит. Жмем кнопку отправить. Все, они у нас на депозите. Переходим во вкладку бумажник, то есть это wallet, и здесь конверт. Выбираем эту валюту. Мы сможем здесь конвертировать данную валюту. Что касается остальной награды. Когда у нас депозит завершится, мы получим также остальные токены. Таким образом, мы сможем еще быстрее зарабатывать. Также подтверждаем двухфакторную аутентификацию через Google Аутентификатор. И также сможем выводить токены AST. За то, что мы только что сделали инвестицию в этот проект, на эти 2000 токенов нам также выдали 1000 токенов AST. За несколько минут мы уже получили некоторые проценты, но это очень мало, и только через неделю мы сможем уже вывести нашу прибыль. Как говорил, эта прибыль может составлять до 4%. И это всего лишь за неделю. 4% из 300 баксов это почти 12 долларов. И без вложений это довольно неплохо, при том, что вы будете здесь ее получать очень долгое время, даже после того, как данная акция закончится. Ведь потому что токены наши уже будут на счету. Что касается данного токена AST, он торгуется на многих биржах, на популярной бирже Binance и еще очень многих. Объем этой криптовалюты 603 тысячи долларов в сутки, а это значит, что здесь очень огромные инвестиции и рыночная капитализация более 5 миллионов долларов. То есть компания надежная, зарабатывать здесь стоит, и поэтому я не пожалел уделить этому проекту свое время. Надеюсь, вы также все осознаете и начнете действовать. А на этом я заканчиваю данный видеообзор. Ссылка на проект в описании. Переходите, начинайте зарабатывать. И всем желаю успехов. Всем пока.